Празднование Дня города и Прокопьевской ярмарки будет проходить 3 дня, каждый из которых обещает быть насыщенным. Начнется все с пятницы, 19 июля. С 4 до 5 у нас пройдет традиционные легкоатлетические соревнования. Это вечерний забег 1147 метров, посвященный дню рождения города Великий Устюг на улице Набережная. И в этом году у нас очень интересная площадка. Она будет работать с 5 вечера до 9:30. Вот она располагается на Сухонском поле. Интерактивная площадка «Арт-лагерь. Наследие русского севера». Вечером 19 июля в Парке культуры и отдыха пройдут интерактивные программы для детей. В этот же вечер состоится празднование Дня микрорайона Яиково. Одновременно с этим на площадках города будет проходить деловой семейный форум. С утра субботы в центре города будут работать торговые ряды и интерактивные площадки. Ярмарка мастеров народных художественных промыслов. В этом году площадка казачества у нас будет работать полностью у памятника Семена Дежнева. Там будет непосредственно и концертная площадка, и интерактивная площадка с мастер-классами, с показом элементов казачьего быта. То есть ранее она располагалась у нас на площади Ленина, сейчас все будет в одном месте располагаться. 20-21 числа у нас состоится юбилей нашего зоопарка на 15 лет. В эти числа же проводится у нас в Московском зоопарке, который в этом году 160 лет. У нас будут участвовать, помимо директоров России, зоопарков России, будут еще и директора зоопарков Азии. Поэтому тут тоже очень надо серьезно к этому подойти. В рамках празднования Дня города пройдут межрегиональные прокопьевские чтения. В арт-лагере «Наследие русского севера» пройдут мастер-классы по колокольному звону, изготовлению деревянной игрушки и резьбе по бересте. На площадках города выступят поэты, музыканты и кукольный театр, а также большой хоровод, праздничный концерт и дискотека. Подробную программу празднования скоро опубликуют. А пока на контроле местной власти решение ключевого вопроса – безопасности людей в период проведения праздника.